Школу села Зонова Юргенского района в будущем учебном году в первый класс пойдут 11 детей. И это прогресс, ведь в 2014 в школу пошли лишь 2 ребенка, а годом ранее первоклашек не было и вовсе. Об этом директор рассказала областным депутатам. Выездное заседание парламентарии посвятили в том числе и социальной сфере муниципалитета. В Зоново созданы комфортные условия для жизни. Помимо школы есть детсад. Его посещают 33 ребенка. Я вот тут разговаривал, значит, с молодыми родителями, и они считают, говорят, мы не понимаем, хотя приехали из Тюмени, вот, не понимаем тех, кто вот рвется там, ну, вот в ту же Тюмень или в Москву. Здесь все есть, возможность воспитать нормального ребенка, то же самое, натуральные продукты.